Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем кулинарном канале. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусной пряного посола рыбки. А именно, сегодня мы будем приготавливать кефаль. Еще эту рыбу называют пеленгасом. У этой рыбы практически отсутствуют мелкие косточки. И по моему рецепту приготовленная кефаль получается очень вкусной. Единственный недостаток – эта рыба иногда пахнет тиной. Так что мой рецепт специально разработан для такой рыбки, который напрочь убивает все посторонние запахи. И во время процесса маринования рыбка получается очень вкусной, без каких-либо посторонних запахов. Итак, вот мы рыбу подготовили к маринованию. Хорошенько ее очистили от лузги, удалили хвост, голову, плавники. Хорошенько вымыли внутри, удалили различные черные пленочки и еще раз хорошенько промыли. Следующим шагом мы разделяем тушку кефали на филе. Удаляем хребет и разрезаем обе половинки тушки на порционные кусочки. Хочу сказать, что большие кости мы не вытягиваем, так как они полностью растворятся внутри во время процесса маринования. Затем мы эти кусочки тушки слаживаем в любую емкость и заливаем ее рассолом. Рассол я приготавливал из расчета на 1 литр воды, 3 столовых ложки без горки соли, 1 столовая ложка без горки сахара. Я довел до кипения воду и растворил в ней сахар и соль. После остывания я добавил 2 столовых ложки 9% уксуса и залил этим рассолом кефаль. Затем я отправил в прохладное место просолиться нашу рыбку на сутки. По истечению суток мы подходим ко второму этапу приготовления. Для этого мы режем на мелкие полукольцы 2 небольших луковицы и поочередно будем выкладывать в любой пищевой контейнер лук и рыбу. Также по желанию между слоями рыбы и лука можно будет добавить лавровый лист. Отдельно же мы приготовим пряный маринад. Для этого мы возьмем где-то 5-6 столовых ложек растительного масла и добавим туда любимые ваши специи. Я, например, взял вот кориандр и немного куркумы. Куркума даст интересный цвет нашей рыбке. Заливаем это все слегка подогретым растительным маслом и хорошенько перемешиваем. Сюда же я добавлю где-то 3-4 столовых ложки маринада, в котором предварительно рыбка эта просаливалась. Все хорошенько перемешаю и залью уже подготовленную рыбу с луком. Затем я отправляю контейнер с рыбой в холодильник еще примариноваться на сутки. Это минимальные сроки. Желательно же рыбку выдержать двое, а то и более суток. Так она становится еще вкуснее. Хочу сказать, что по этому рецепту можно приготавливать абсолютно любую рыбу. Вот такой вид она имеет после приготовления. Всем приятного аппетита!